Приветствую вас, уважаемые зрители. Сегодня пришел мне очередной заказ с онлайн-гипермаркета 21 век. И пришел такой вот замечательный афганский казан фирмы Рашка Баба. Конечно, упаковочка видно, что давно лежала на складе, но нас интересует то, что находится внутри, а точнее сам казан. Завернут в бумагу. Крышка также проложена бумагой. Казан выполнен с алюминия. Посмотрите, насколько он толстостенный. В крышке резиновая прокладка. Рекламный буклет. Запорное устройство. Два клапана и ручка. Везде написано фирма Рашка Баба. А теперь нам остается его хорошенько промыть, и можно приступать к приготовлению полезных блюд. Чем хорош этот казан, то можно использовать дома на плите, как на газовой, так и на электрической. И, конечно же, на природе, на огне, на мангале. Можно брать с собой походы, можно брать с собой на рыбалку. На даче это вообще будет незаменимая вещь. Также плюсы этого казана, то что это казан, кастрюля и ко всему плюс скороварка. Так вот все это собирается, прикручивается ручка, закрывается запорным устройством и можно готовить еду под давлением. На этом наше видео, друзья, заканчиваю. Спасибо за просмотр. До новых встреч!